Сегодня, благодаря большому вниманию, уделяемому спорту, сотрудники, работающие в системе внутренних дел, принимают активное участие в различных соревнованиях и добиваются значительных результатов. Регулярное проведение спортивных мероприятий не только улучшает их подготовку, но и способствует поднятию духа соперничества. Одно из них, а именно состязание по волейболу на кубок начальника УВД Андижанской области, состоялось среди сотрудников Андижанского областного управления внутренних дел и его подразделений. В течение 2 дней соревновалось 18 хорошо подготовленных команд. Так, в напряженной игре долгое время игроки не уступали друг другу. И вот наступил финал, определены победители. Первое место заняла сборная УВД Джалакудукского района, а сотрудники УВД Хаджиабадского района и отдела охраны общественного порядка УВД Андижанской области завоевали 2-е и 3-е места. В завершении соревнования выступившие отметили важность его проведения. Далее были торжественно вручены кубок, медали и памятные подарки командам, победителям и призерам. На соревнованиях мы заняли почетное 3-е место. В будущем будем стремиться еще к большим результатам. Рекомендую своим коллегам также приобщиться к занятию спортом. На данном состязании приняли участие сотрудники внутренних дел со всех районов области. Мероприятие прошло очень хорошо. Мы очень рады, что заняли 1-е место, выражая огромную благодарность организаторам. Основной целью подобных спортивных соревнований, проводимых среди сотрудников органов внутренних дел, является пропаганда здорового образа жизни и популяризация различных видов спорта, в частности, волейбола.